Во Дворце культуры города Видное состоялось собрание Совета отцов Ленинского городского округа. Эта организация призвана повысить значимость роли отца в семье и воспитании детей. Я знаю, что мир сегодня, вообще весь мир, зависит от поведения каждого из нас. Что то, какими станут наши дети, прежде всего, в наших руках. И если мы не хотим, чтобы на наших детей влияло агрессивное пространство, и если мы верим в истину, а верим в Бога и Родину, то мы должны сейчас быть рядом с нашими мальчишками и девчонками. В здоровом обществе мужчина должен быть прежде всего наставником и подавать пример для подрастающего поколения. В нашем муниципалитете Совет отцов появился в конце 2021 года как подразделение общероссийского движения «Отцы России». Задача движения, в общем-то, собрать активных пап для того, чтобы помогать детям, да, для того, чтобы обеспечить их защиту, их безопасность, их развитие. В общем-то, вот главная задача Совета отцов. Пропаганда традиционных семейных ценностей – приоритетное направление работы Совета. На мероприятии присутствовали отцы, входящие в школьные активы. Они поделились своим, в том числе, профессиональным опытом и предложили проводить в школах занятия по профориентации детей. И наша основная сегодня задача как раз в тех школах, в которых не существует на сегодняшний момент советов отцов школьных, соответственно, организовать мужчин, чтобы эти советы наконец-то начали быть в каждой школе нашего региона. Владимир Селиванов предложил план мероприятий на ближайшие месяцы, которые будут проводиться представителями Совета. Среди них культурные, спортивные и образовательные. Также немаловажной темой встречи стала безопасность. Весной игры на тонком льду представляют большую опасность, а детские забавы со спичками вызывают тревогу всегда. Наша цель – напомнить о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности для того, чтобы отцы могли донести всю эту информацию до детей, в очередной раз провести беседу о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, чтобы дети в полной мере обезопасили себя от пожаров. Деятельность Совета отцов муниципалитета будет развиваться, а подобные встречи продолжатся и в будущем. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.